И снова доброе утро. Мы под Шацком переночевали тут ака. Даже не знаю, как стоянка называется. Чайхана Санор. Это чайхана так называется. Может, и стоянка так называется. Неважно. Сколько время у нас? Из 27 утра. Двигаем. Хотим сегодня к часу, может, к двум быть на Скании. Возможно, нас сегодня возьмут на ТО. ТО-то на завтра. Но, может быть, случится чудо, и нас сегодня примут в разработку. Шансов немного, но они есть. Голицынов точно не приняли, там машин много всегда. В Ногинске. Справа никого. Топольная Конобеева. Это деревня тут, поселок. Перед Шацком. О, какая мельница старинная, смотри. Свай грузовик проходит, и можно ехать. На следующем повороте поверните налево. А, маленькая еще за ними. После них можно разовать. Вчера Скания поздно вечером дала ответ: приезжайте, постараемся вас впихнуть. Ну, может, у них получится. Очень хотелось бы надеяться сегодня пообслужиться бы. Было бы вообще супер. Люк можно закрыть, наверное. Чтоб он не гремел. А как оно получится, узнаем через сколько километров? Через 370. 370 километров. Нам до Ногинска. Ну, с учетом 107. Поэтому... расчет прибытия в районе час-два. Еще паузу какую-нибудь пообедать. Да, еще надо будет где-то что-то перекусить, потому что... потом, там... потом просто некогда будет. Если вдруг они нас примут, то просто некогда будет. Да. И негде. Будем кофе только глотать. Посмотрим. Рязанская область, Шацкий район. На объездную не поедем. Пойдем через Шацк. Да, вот прямо перед объездной. Запрета проезда через Шацк нет. Раннее утро. Смотри, какой велосипед. Да-да. Др-др-др-др-др-др-др. С Москвы едет? Наверное. Хабаровск. Самое интересное, на него не надо ни регистрацию, ни налоги. Ничего не надо? А что не надо? Да это же этот, как его, культиватор. Культиватор, только прицепчик прицепил. Категория Е должна быть на культиватор. В общем, двинули. Сегодня у нас 8 июня, понедельник. Скорее всего, конечно, в Скании будет наплыв. Че гадать, доедем, посмотрим. Ехать осталось-то. До Минска 1000 верст. Сегодня вечером в Минске могли бы быть. Если бы не через Сканию. Шацк, 1553, постареннее будет. Зарулили в него. Город только просыпается. Утро начинается, даже не торгует еще никто.
пол 7 утра пойдет торговать. Спать надо. Колхоз вперед был когда-то здесь. Давненько тут уже. Я, наверное, тут ехал последний раз, а и то я не ехал, когда от тебя возвращался, когда водку возил. Я же не помню, когда я даже тут последний раз-то и ехал. Да ты не здесь ехал? Не, я же по шестерке ехал. По шестерке ехал. Да-да-да. Через Борисоглебск. Да-да-да. Сейчас посмотрим, как тут до Рязани. Если тут пятерка уже с ремонтом и все чин-чинарем, то... В общем-то, можно и по пятерке. Так-то вся дорога хорошая. Но есть пару ремонтов еще вот. Там в Пензенской. Пензенской. Ну, там немножко. Ну. А так вся дорога вообще огонь. Ну, уже бульба вовсю. Жуков гонять уже скоро надо будет. Еще, конечно, не цветет, но скоро зацветет. Как тут этот рыночек в Шацке не умер еще? Нет. Это прям. Ну, в связи с тем, что объездная Никсгуд, так очень много сюда через Шацк едут в культурно-спортивный комплекс. Объездную сделали. Почему? Хорошо, хоть знаки не повесили, да, тут? Хотя здесь это не... поснимали, раньше же висели. А здесь же на Тамбов же тоже развязка есть. Да, сейчас вот вниз спустимся. Ну как ты знак повесишь? Может, мне на Тамбов надо? Так там было это, по-моему, сквозное движение, что ли, или что. Ну пусть докажет, что ты не едешь на Тамбов. А потом пусть докажет, что ты с Тамбова не выехал. Ладно, это мелочь. Сам факт, что объездная не очень хорошая. А по-моему, запрещали по Шацку проезд как раз вот из-за этого моста перед поворотом на Тамбов. Сломанный был? Его, да, по-моему, его ремонтировали, если мне память не изменяет. Ремонт моста был, и поэтому всех через объездную отправляли. Троицкий собор, 1773 год, ого. Светофор можно было бы еще так рано не включать. Для чего он тут? Ну, 7 утра люди на работу едут. Где люди? Не знаю, вот впереди стоит. Направо поворачивает. Куда-то на работу едет, наверное. С работы. А может быть и с работы. Дядька на лесопеде и сигарету закурил. Красавчик. Советского Союза. Из Шацка там много их. Там герои, а тут Ленин на Китай показывает. Китай-то сзади, вот как раз. Здрасте. Китай-то сзади. Нам туда, да? Да. Вам, товарищи, на Китай. Что-нибудь сдали на металлолом. У нас не... Ленина не сдают. Не сдали. Смотря где. За этого моста или это нет? Да, не мост. Да. Вот этот мост ремонтировали. О, из-за него, да. Моршанск, Тамбов, да, как говорил Остап Бендер. Вы прибыли из Моршанска. Тепло теперь в Париже. О, видишь. Бдють. Понедельник. Утренний нюх-нюх. Да, операция нюх-нюх. Никто не отменял, особенно в 7 утра понедельника. Операция нюх-нюх, это строго.
Это ж рыночек вот здесь, по-моему, где-то сейчас с левой стороны тут. Да, сейчас вот уже начнется. Тоже, наверное, уже если и живой, то на грани. Не знаю, как не ездил, никого не видел. Не, грузовики здесь практически не останавливаются. Автобусы здесь всегда стоят. Сейчас автобусы не ездят. Ну это сейчас, а так. Всегда вот здесь вот, на Таенковской заправке. Вот это кафе, по-моему. Нет, еще что-то тут капошится. Мягкими игрушками, да-да-да, торгуют. О, видишь, какой кабриолет. Да поставите огонь. Вот и весь Шацк. Летим далей. А если по объездной, то вот там вот, где маленькая выскочила, то вот там выходишь. Была она подгулявшая. Чекишац короче или не короче, неважно, зато проще. Один светофор получается. Два. Вы прибыли из Кологрива, где были в гостях у своей бабушки. Ничего там не делаю. Да, как была, так и осталась. Нифиг там ловить. Че, вот и московская. Домой вернулась. Ну да. Вот только что я не пойму, почему этот самый. Вот все значки эти, Московская область, да, такие какие-то вот, никакие, скажем так. Не, вот эта вот, она, по-моему, даже подсвечивается. Да, может быть. По-моему, синим цветом раньше подсвечивалась, сейчас не знаю. Ну, может быть, может быть. Все, зарулили. Еще немножко, еще чуть-чуть. Луховицы. Серьезно, надпись осталась это или нет? Надпись не знаю, но светофор повесили. Она там на мостике было на каком-то. Там, по-моему, дальше он. Или она с той стороны была? С этой стороны была. С этой. Сейчас посмотрим. Все, движняк. Слева, справа. Как хочу, так и еду. Уже отвыкли немного. Привыкли там. По Сибири, да по Дальнему Востоку. Нет никто. Надо смотреть, чтобы слева не подлезли, справа не подсунулись. Надо где-то что-то пожевать остановиться. Это желудок бунтует уже. Утро чайку попили только. Камер, как в Московскую заехали. Каждый километр. Хундай, я уже третий раз обгоняю. А то вон тебе. Вообще ехать не хочет. В шашки играется. По-моему, вот
там было написано, если я не ошибаюсь. Да, 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 там. Луховицы, луховицы, в России три столицы. Наверное, сняли. Ну, значит, не видать. Наверное, автодор повесили. Значит, осталось две столицы. А, походу, нету. Эту поговорочку. Рывочек 96 километров. До сервиса 11 утра, как раз 107-я, все дела. Должны к часу прибыть. Вспоминать, как ездить, когда куча машин. То уже забылось все. Грузия тоже свободна, когда ездил. Армения тоже мало движения. Восток, само собой. Вспоминаем манеру езды на Московской области. Ну тут-то еще ладно, сейчас до 107 доберемся. О, там будут. Как всегда. Это жарко, 28 можно показывать. Лето пришло в московский регион. Коломну прошли. Добронец 38, и там 107-я. Ой, этих машинок, вот этих бусиков, этих, ой, сколько, наверное, уже штук с 15, наверное, как в Московскую область заехали. Не считал, ну так, навскидку. Меряют все, скорость, все дела. Стоят транспортники, увидишь? Транснадзор. Машин бусик стоит. Обычно они поразбегаются еще там налево, налево. На 108 поворачиваешь, обычно там еще кто-нибудь стоит. Сейчас что-то на дороге не видно. Приходилось очень сильно фикус в левую сторону заворачиваться, типа не вижу. Да, это было. Дорожники, дорожники. Дорожники, тут еще и лесопед какой-то ездит. А, мы же в Московской области, тут же перестроится, ого. Ага, сейчас тут на УАЗике, не, пропустил. Красавчик.
приятно. Когда мне будет приятно? Я так довезу. Погнали в Бронницы. Загорится и повернем. Вот теперь направо. Зеленое светло, дождались. Ничего и нету, чего тут собрались. А, там трактор ехал, вон по обочине шлепает на подъем. И это самое, видно, он тут пока тут ехал, толпу собрал за собой через мостик. Байкалия. Дальний Восток, куда-нибудь. 60 километров еду уже полтора часа. Тоже перекресток контужен здесь с Егорьевским шоссе. Что светофор не поставить? Там, где надо, не надо этих светофоров на каждом углу. А здесь вот поверни налево, попробуй. Особенно в пятницу я вообще не представляю, как тут налево поворачивать. Когда с Москвы сплошной поток идет. Он и сейчас идет. Катастрофа просто. Не слева, так справа. Беда. Наверное, надо вот так делать.
Лучше места даже не ищи, только время
зря потратишь ты. А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря потратишь ты. Байкальских просторов за 2,5 часа. Сколько бы там пролетели? А 200 верст. А, ну перестань. Пол второго. Прибыли в Сканию. Что нам тут интересно сейчас скажут? Готовы сегодня взяться? Не готовы? Готовы на прием нас принять или не очень? Сравнить, да, вот в Тюмень-Скан мы заезжали. Mm-hmm. Три машинки стояло, а здесь вон сколько техники. А, температуру мерить будут. Прямо сейчас, что ли? Рановато. Пошли. Пошли. Надо книжку взять. Это... Умную. Да, по Скани. Да, по Скани, по ТО. По Украине.